Здравствуйте. А в Житомире опять солнышко. Да, по свежим впечатлениям решила не молчать. Да, потому что вчера говорила с своим братом. Он вернулся с командировки из Драгобича, где устанавливал священнику православному памятник. Ну, неважно, чем мы там занимались, в общем. Но на кладбище проходил человек и спрашивает: «А вы откуда?» Драгобич украинским языком спрашивает. Он говорит: «Житомир». А, говорит, «в Житомире нет Бога». Ну, что имелось в виду? Имелось в виду в том, что у нас много православных храмов, которых служит московский патриархат. Вот я выражу свое мнение по этому поводу. Пусть судит верующий. То есть человек ходит в церковь, есть у нас православная Киевская патриархата, слава Богу. То есть не имеем права разгонять собрание. Конечно, тогда мы можем и костел Житомира отправить, правильно? Они же тоже как бы не украинские, да, костел это поляки. Ну, у меня польская кровь, допустим, мама полька была. То есть я призываю людей к миру. К миру, к миру, к миру. Вот, потому что воюет те, кто заинтересованы в войне. Не вся нация воюет, а те, кто заинтересованы в войне. А их поддерживают злые люди. Я уверена, что русские в массе своей не имеют такой ненависти, как мы думаем, я так считаю. Вот. А те, кто там в соцсетях говорят гадости на нас, это просто известные тролли. Да, и вот я хочу почитать по этому поводу, не по этому поводу, очень важную главу, коротенькую, 1 Коринфянам, 2 глава. А потом очень хорошо сказал Баркли. Так что ищем Бога, ищем духовного, потому что наша земля должна освещаться. И чем больше света, тем больше благодати. Бог любит людей. Бог, конечно, не может угодить всем. Людям нравится грех, но приходит время, когда каждому человеку и грех надоедает. И когда приходил я к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие, не превосходстве слова или мудрости, ибо я рассуждал быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». На силе Божьей. Павел был облечен Богом лично, когда он участвовал в гонениях на христиан. Запомните, Павел участвовал в гонениях на христиан. И когда уже их уничтожали, убивали, вы помните, кто первый погиб? Стефан был убит, побит камнями. И Павел тоже, наверное, уже там присутствовал. То есть и после этого Бог его призвал, ослепил его. И таким образом он начал исповедовать Иисуса Христа Господом. Да. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих». Вот как раз я эту тему поднимала, когда говорила о эмоциональном выгорании, насколько жесток этот мир, да, и жестоко слова жестокие иногда у политиков. Эта мудрость Божья превосходит мудрость века сего, современного века, и мудрость властей века сего, она превосходит. Но проповедуем премудрость Божью, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков
к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божьи. Это чудесно. Вы понимаете, что мы должны понять? Иногда я не понимала, что со мной происходит, а Бог мне открывал человеческие мысли. Я чувствовала себя неуютно, а я не понимаю, почему я чувствую себя неуютно с этим человеком. Потому что человек якобы говорит тебе, с тобой хорошо, а мира нету, а сердце у него злое. Понимаете, когда мы с Духом Божьим ходим, то Бог все это Духом Своим показывает нам. Мы всем нутром ощущаем эти мысли. Мы видим злое сердце. Ибо кто из человека знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Да, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Соображая духовное с духовным. Что значит это местописание? Современным языком это звучит так. Мы говорим об этих предметах не словами, которым научились через человеческую мудрость, а словами, преподанными нам Духом, толкуя вещи духовные с помощью духовных слов. Чем мы занимаемся? То есть я сужу мир, но не дай Бог использовать мне недуховные слова. То есть мне нужно говорить по слову. То есть если я сужу какой-то объект, предмет разговора, я должна обязательно использовать духовные слова. Духовные слова существуют в Библии. То есть обличать нужно по слову, четко по слову. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. Это важно, понимаете? Почитает безумием все, что говорится о свете, почитается безумием в мире. Понимаете? Потому что идеал в мире – это деньги, богатство и так далее. К сожалению, получается, что в церкви тоже существует вот это безумие, когда люди не заботятся о справедливости верующие, священники, а наживаются. Это зло. Это тоже мир, понимаете? То есть это мир за запустение, которое стоит на святом месте. Вот о чем Бог пророчествует Даниила еще. Понимаете? То есть воссядут везде корысть. И там хорошо, понимаете? Там можно наживаться. Везде. Бог хочет обеспечивать своих святых, а туда садятся паскуды, как я их уже назвала. Душевный человек не принимает того, что он от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Вот такая сила у людей, кто изучает слово. Кто пребывает в Писании, тот может отвечать, потому что написано: не волнуйтесь, что отвечать. Я, Дух Божий, будет говорить, который живет в вас, будет через вас говорить. Я тоже вот говорю здесь, и иногда мне звучит слово, я звучу непосредственно говорю то, что слышу. Я слушаю, я потом переслушиваю свои проповеди и назидаюсь, потому что Бог просто экспромтом открывает некоторые вещи мне. Вот даже, честно говоря, я
Больше смеюсь, когда слушаю себя, чем некоторый юмор. Не, ну, так можно нельзя говорить. Но некоторые вещи действительно звучат для меня потом смешно просто. Ну, как смешно? В том смысле, что... Ну, смешно, такой смех, не знаю. Над собой тоже можно посмеяться, конечно. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Вот такое обетование для детей Божьих, тех, кто любит истину. И вот, вот это очень важное наблюдение. В 14 стихе. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надо насудить духовно. И что идется в комментариях Баркли? Он говорит, что Павел говорит о человеке типа психикос. Это человек, живущий так, будто вся жизнь сводится единственно к ее физической стороне. И помимо материальных и физических ценностей ничего не существует. Такой человек просто не поймет духовных ценностей жизни. Человек, считающий удовлетворение плотских потребностей самым важным в жизни, не поймет значение целомудрия. Тот, кто стремится копить материальное богатство, не сможет понять, что такое щедрость и великодушие. А человек, мысли которого никогда не выходили за пределы материального мира, никогда не сможет понять божественного. Очень легко настолько погрузиться в мирское, что покажется, будто за его пределами ничего нет. Будем же молиться, чтобы разум Господень был с нами. Ибо только тогда, когда Он живет в нас, защищены мы от посягательства материального мира. Блаженны не давать, чем брать. Это очень важное слово. Если жить так, то будет намного проще. И вот я читаю притчу Матфея, 13 глава. «Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, и весь народ стоял на берегу, и поучал их много притчами, говоря, вот вышел сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и выросла терния, и заглушила его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод, одно во 100 крат, другое 60, иное же 30. Да. Бог поделил нас на 4 категории. Вот. И он объясняет это так. Кто имеет уши, слышать, да слышит. Приступив, ученики сказали ему, для чего притчами говоришь им? Он сказал им в ответ, для того, что вам дано знать тайны Царства Небесное, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они видя и не видят, и слыша не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит, слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не разумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царствии и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен. Когда настанет скот или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово,
Но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеяно же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод его во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Вот, и вот знаете, открывается. А посеяно в тернии означает, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, иной бывает бесплодным. Вы знаете, это многоразличная мудрость. Священники, которые думают о богатстве, заботятся теми благами, которым стремится мир. Это зло, это грех. Вот они говорят слово, они говорят, но оно бывает бесплодно. Понимаете? Это слово бесплодно. Конечно, жизнь намного была бы веселее, если бы люди могли от чего-то отказаться, чем-то жертвовать. Это было бы счастье. Так что не судите и судимы не будете. Нельзя так на целый город говорить, вот в Житомире нету Бога. Потому что моя тетя, покойная уже, мамина старшая сестра, не общалась с женщиной, которая ходила в нашу церковь, тут рядом Московского патриархата, и как бы защищала во время войны. Да, это вызвало много конфликтов, но война — это страшно, это действительно страшно. Но не все же в этом виноваты. Вот. Безусловно, что-то не так у нас. Но Бог говорит через слово. Люди строили башню в Вавилоне, а он разрушил эту башню. И он дал нации, он дал разные языки. Так что смиряемся с тем, что есть. Смиряемся. Я считаю, что в любой церкви есть люди, которые говорят о живом Боге, в любой. Никто ничего закрывать не будет. Мое такое мнение. Будьте благословенны.